Ребят, вам нравится здесь играть? Да! Я думаю, что это самая большая оценка, которая может быть дана этому скверу. Дорогие ребята, вы знаете, для того, чтобы такая детская площадка у вас появилась, взрослым пришлось очень серьезно потрудиться. Более того, на этом работа не закончена. В следующем году у ТОСа есть возможность сделать эту площадку еще лучше, установить большее количество объектов. И это, конечно же, будет сделано вместе с мэрией города Череповца, вместе с депутатами Череповецкой городской думы. Мы вместе сделаем так, чтобы жителям микрорайона жилось комфортно. Эта площадка у нас является первым проектом в рамках городского проекта «Народный бюджет ТОС». У нас в прошлом году люди проголосовали за реконструкцию этого сквера, этой территории, и здесь вот организовали сквер с устройством детской площадки. Ну, в следующем году мы планируем второй этап, планируем сделать дорожки, которых не хватает, и с жителями в сентябре собраться, вместе решить, что мы будем делать в следующем году. Популярностью площадка пользуется. Сама каждый вечер прохожу мимо, так как живу здесь, да, вот, наблюдаю большое количество людей и днем, и люди пенсионного возраста, потому что в индустриальном районе, как, наверное, и в других районах, мало мест отдыха, да, и людям этого не хватает.